Здравствуйте, наши дорогие телезрители. Подписывайтесь на наш канал Телероман. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И не забудьте нажать колокольчик. Да. Слышь, ты! Я тебе говорил, что ты к ней не подходил. Гуш! А то что? А? Гуш, ты что? Гуш, не надо! Гоша! Гоша, не надо! Гошенька, я тебя прошу! Гоша! Гоша! Гоша, не надо! Так, все, брейк! Ладно, мужики, сами разберемся с ним. У меня к нему претензий нет. Дело-то, так сказать, семейное. Семейное дело. Семейное было, пока он мне нос не сломал. Садись в машину, свидетелем пойдешь. Что тебе нужно? От тебя? Ничего. Я хочу поговорить с Женей. Вчера воспитательница у меня спросила, почему Женя вздрагивает, когда дверь хлопает. Больше ты сына не увидишь. А вот ты как заговорила. Маш, не надо. Он того не стоит. Я его ненавижу. Гоша! Гоша, ты как здесь? Мам, да все нормально. Освободили условно, да, срочно. Ты ж мой золотой. Опа. А этот тут как оказался? Гош, я не успела тебя предупредить. Просто пока тебя не было, мы решили, что... Я понял. Не тупой. В моей комнате живешь? Да ну что ты, Гош? А, ну да, конечно, у вас же типа общая спальня и все такое, да? Хватит! Если хочешь, поговорим как мужики. Мужики те, кто сами себя содержит, а ты деньги у бабы берешь. Гош, ну что ты? Мам, в общем, выбирай. Кто тебе нужнее? Оба мы здесь не останемся.
Добрым утром, любимая. Да. Слушай, по-моему, вон она, девушка с плаката «Любимая». Пойду пообщаюсь. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Мария Павловна, скажите, а как вы его обнаружили? Да я каждый день здесь бегаю. А сегодня увидела плакат. Его вчера не было. Дошла поближе и увидела труп. А вы снимаетесь в рекламе? Я преподаватель, а это подарок. Такой сюрприз. И кто вам его преподнес? Я не знаю. Ну, обычно такие игрушки шестиклассники дарят девочкам на День Святого Валентина. Да, это мне подарили. Мой гражданский муж. А имя и фамилия гражданского мужа? Балаев Артем Александрович. А вы не знаете, как игрушка могла здесь оказаться? Я ему вчера ее вернула. Мы расстались. Я не знаю. Ох, дотоптали. Как ранним утром возле банкомата. Есть следы кроссовок. Так, граждане понятые, прошу следовать за мной. На снегу есть следы от обуви. Прошу. Мария Павловна, вы полицейским сказали, что это ваш бывший муж погибший? Да. Семен Корочкин. Так, может, это тоже подарок? Граждане понятые, обратите внимание, обнаружен кусочек ткани. Граждане понятые, сюда. Граждане понятые, обратите внимание, обнаруженное вещество похоже на моторное масло. Мария Павловна, разрешите я утру вам слезы? А заодно возьму материалы для анализа ДНК. Вы меня подозреваете? Да у нас были хорошие отношения. Он прекрасный муж, прекрасный отец. Ну, тогда вам нечего бояться. Выяснила имя этого романтика? Да, выяснила. В рекламном агентстве есть данные заказчика. Балаев Артем Александрович, уроженец Санкт-Петербурга. Щит установили вчера в 23:00. Ох уж эти мне романтики с плюшевыми сердцами. Проще найти парковку в центре Москвы, чем снять отпечатки с этой ворсистой поверхности. Что, совсем никаких следов? А почему же? Есть фотожировые неизвестного мужчины. Видимо, того самого Балаева. Думаю, пора уже с ним познакомиться. Ну да. Глядишь, научит за девушками красиво ухаживать. А еще тут фотожировые самой Марии Корочкиной и двоих ее сыновей. Ее младшему 6, а старшему 23. И, между прочим, старший, Георгий Шаманский, на днях освободился из колонии. Смерть наступила вчера в районе 16 часов. Череп проломлен тяжелым тупым предметом округлой формы. Следов борьбы не обнаружено. И все? А чего ты ждал? Леденящих кровь подробностей. Кстати, о крови. В желудке погибшего алкоголь, водка, примерно 100 грамм. А в крови ее содержание минимально. Выпил непосредственно перед смертью? Видимо, да. В кровь алкоголь поступить не успел. Я с новостями. Здесь копия материалов судебного дела. Корочкин после развода судился с бывшей женой. Она не давала видеться ему с сыном Женей. Справка из травмпункта? Да. В деле их несколько. Корочкина предоставила их в суд, чтобы позицию свою аргументировать. Множественные ссадины в районе поясницы, обширная гематома слева. Корочкин Евгений Семенович, 2012 года рождения. Рассечена надбровная область. Странные методы воспитания у хорошего мужа и отца. Да. В парке найден труп предпринимателя Семена Корочкина.
Кто-то посадил его под плакатом с портретом бывшей жены Маши и вложил в руки плюшевое сердце. Выясняется, что Семен избивал Машу, а после развода судился с ней за право видеть сына. Мария Павловна, рассказ об идеальном отце и муже оставьте для надгробной речи. Я видел справки из травмпункта. Надо же. Теперь, когда Семен мертв, всех вдруг стало интересовать, как он обращался со мной с Женей. Хотите сказать, что при его жизни было как-то по-другому? Меня несколько раз не брали заявление в полицию. Он мог избивать меня часами. А на теле было только 2-3 синяка и несколько ссадин. Почему они развелись? Первый год он извинялся, просил прощения. А потом мне стало казаться, что я сама во всем виновата. То борщ не так приготовила, то постель не так заправила. А потом он меня ударил при Жене. Тогда вы подали на развод, но Курочкин настаивал на общении с ребенком. Я не убивала Семена. Сопротивление материалов. Да, это мой предмет. Я преподаю уже 10 лет. А вчера вы лекции читали? Нет. Вчера я принимала экзамен. С 12 до 7 и никуда не отлучалась. Проверим. Скажите, а почему вы расстались с Артемом Балаевым? Это из-за моего старшего сына Георгия. Понимаете, они с Артемом почти ровесники. Артем иногда брал у меня деньги. Он не работал? Артем очень одаренный человек. Он рисует комиксы и пишет стихи. Он еще не определился. А Георгия это... Гоше это не нравилось. У них конфликты были? Вчера Гоша вернулся из колонии и застал Артема дома. Он рассердился, и мне пришлось выгнать Артема. Ну и где он сейчас, конечно, вы не представляете. Так и есть. А кто-нибудь знал о том, что Семен вас бил? Георгий знал. А Артему я не рассказывала. За что ваш сын получил срок? За нападение на полицейского. Где он сейчас? Не знаю. Он вчера вечером ушел куда-то, мне не сказал куда. Он так часто делает. Николай Петрович, Артем Балаев зарегистрирован у бабушки по адресу Коняхинская, 16, квартира 47. Кстати, на его страничке в соцсети я кое-что нашла. Не нравится мне этот перформанс. Сначала в квартиру ворвались, а теперь вот все шкафы перерыли. Артем Александрович, дело в странном подарке, который вы преподнесли Марии Павловне Курочкиной. А почему же сразу странно? Ну да, это не шуба, не айфон. Ведь с вашей точки зрения полная фигня. Да плакат подарок нормальный, а вот труп под ним. Чего? Чей труп? Курочкина Семена Владимировича. Это вы что, меня в убийстве обвиняете, что ли? Это ваше пальто? Мое. Граждане, принято обратить внимание, изымаем мужское пальто. На рукаве отсутствует фрагмент ткани. При чем тут пальто? Я Семена-то не убивал. Я только Машу хотел вернуть. Мы поссорились с ней. Я ушел, а потом одумался. Красивый жест сделать захотел. А Семена я раз только видел, и то по фотографии. Чем мне его убивать-то? Граждане понятые, обратите внимание, изымаем мужскую обувь 42-го размера. Рисунок на подошве соответствует следам с места преступления. Артем Александрович, где вы были вчера днем? Здесь был. Один? С ними. Бабушка уехала на дачу, а я напился. В общем, вам придется проехать с нами. Экспертиза установила, что следы рядом с телом убитого от ваших кроссовок. Так я там был, когда плакат мы монтировали. Ребята-рекламщики еще меня потом домой подкинули. Вы спросите у них. Спросим. Кстати, на плюшевом сердце в руках убитого тоже ваши потожировые следы. Я Маше сердце дарил. Чьи там еще могут быть следы? Послушайте, я этого Курочкина совсем не знал. Зачем мне его убивать-то? Я вам сейчас кое-что процитирую. Пост с вашей страницы в соцсети называется «Зверь». Бывший мастер спорта по борьбе, отрабатывает навыки на жене и сыне. Бил профессионально, следов не оставлял. После часовой экзекуции жены только 3 синяка на спине. В полиции над женщиной посмеялись. Разве это побои?
А вот это фотография судебного дела Корочкиных. Я видел. Уберите это, пожалуйста. Кстати, в конце поста вы разместили опросник. Что бы вы сделали в такой ситуации? Вариант первый. Обратиться в полицию выбрали только трое. Большинство? Большинство мнений разделилось между убить и покалечить. Вы тоже выполнили опросник. Что выбрали? Вы же знаете, убить. Вот-вот. Послушайте, это интернет, это не жизнь. Мы там все немножечко герои. Я просто хотел одного избить, этого гада. Избить на глазах у Маши, вот и все. Николай Петрович, можно вас на минутку? Это важно. Минут. Мы сравнили образцы ткани, обрывки на ограде парка не с одежды Корочкина и не с куртки Балаева. Строго говоря, обрывки эти вообще могут не иметь отношения к делу. Или убийца кто-то другой. Сын? Шаманский? Мы, кстати, подняли его дело. Артем Балаев проходил к нему свидетелем. Расскажите мне о своем участии в деле Георгия Шаманского. Как он оказался в колонии? Полицейскому нос сломал. А как вы оказались в свидетелях? Я тогда с Машей стал встречаться. Георгию это не понравилось. Мы подрались. Кто вызвал полицию? И никто не вызывал. Они мимо проезжали. Стали нас разнимать. Георгий одному в нос засадил. Случайно. Я прошел как свидетель, а ему 2 года дали. И какие у вас отношения? Какие могут быть отношения с человеком, который нас и разбивает, как вафельные палочки? Когда он был в колонии, Маша даже боялась ему сказать, что мы вместе. Но когда он вернулся, сам все узнал, так? Так. Сказал Маше, чтобы она выбирала, с кем она. С ним или со мной. Маша выбрала его. И где он находится сейчас? Я не знаю. Говорю же, я ушел. Он остался. Вам тоже, Артем Александрович, придется пока остаться. Здесь. Да, полы не протирали несколько месяцев. Следов крови вроде бы нет. Граждане понятые! Обратите внимание, изымаю тушь для ресниц, обнаруженную на полочке в ванной комнате. Граждане понятые, обратите внимание. Из стола в квартире гражданина Корочкина изымаются 2 флеш-карты. А также ноутбук. Вот это я называю уйти на дно. У друзей Шаманский не появлялся, телефон недоступен, в соцсеть не выходит. Надо понять, какие у него приоритеты. Поясни, пожалуйста, свою глубокую интересную мысль. Ну вот смотри, человек только вчера вышел на свободу. Куда в первую очередь он идет? Сейчас посмотрим. Так, ну, сначала Шаманский делает селфи с машиной, и только потом отправляется домой. Все ясно, ищем автомобиль. И гараж. Какой еще гараж? Нет у него никакого гаража. У Шаманского нет, а вот Семен Корочкин, судя по документам, владеет металлическим боксом в гаражном кооперативе «Полюс 100». Так что, камер у вас тут нет, что ли? Да я тут вместо камер. А, ну ясно. Я тут за всем смотрю. Мальчишки костры не жгли, бомжи металл не таскали. Я этого не видел. Так что рассказать вам нечего. Вот Корочкин и гараж. Ага. Граждане понятые, обратите внимание, рядом с гаражом найдено вещество, похожее на моторное масло. Степа! Ты смотри, тренажерчики, судя по накладным в квартире Корочкина, он их поставлял в фитнес-клубы. Да, здесь то же самое. Видимо, он использовал гараж как склад. По
Понятые! Понятые! Граждане понятые, на полу обнаружены следы крови. Так, а здесь следы свежей штукатурки. А в квартире Корочкина ремонт не делался, я думаю, лет 10 точно. 2 часа назад «Жигули» Шаманского эвакуировали на штрафстоянку. Порадуй Данилова. Степ, записывай адрес. Новорудовская, 25. Это адрес штрафстоянки, куда эвакуировали машину Шаманского. Угу, давай. Дорогая тушь, между прочим. Это ж хорошо, когда девушка оставила дома мужчины дорогую тушь. Значит, у них все серьезно. А если эта девушка еще оставляет ресничку на щеточке, то, возможно, мы с ней скоро... познакомимся. Оксана! По голосу слышу, домой собираешься? Угадала. Придется задержаться. В общем так, в багажнике машины Шаманского обнаружены следы крови. Машина уже едет к вам. Ну, вам с Данилом тоже придется задержаться. На улице, с которой эвакуировали машину, живет его бывшая одноклассница Светлана Силаева. Только что с ее номера телефона вызвали такси до штрафстоянки. По заказу на Новорудовскую? Нет, и вы тоже туда не едете. Не понял. Георгий Михайлович, а ваш автомобиль на штрафстоянке, в другом месте. И вы с ним обязательно встретитесь. Обязательно. В парке находят труп бизнесмена Семена Корочкина. Кто-то посадил труп Семена под плакатом с портретом его бывшей жены Марии. Отрабатывают версию о причастности к убийству любовника Марии Артема Балаева. Именно он заказал этот плакат. Под подозрение также попадает сын Марии Георгий. Георгия задерживают. На ноутбуке Корочкина ничего интересного. Фотографии с отдыха, копии накладных на товар, каталоги тренажеров. Но вот на одной из флешек я нашла интересный разговор, точнее монолог. Топталась на мне Ирка своими каблучками. Нет, правда, я бы убил эту гадину. И кто этот борец с гадинами? Увы, голос не принадлежит ни одному из наших фигурантов. Извините, что заставил ждать вас. Эксперты изучали вашу куртку. Меня для этого сюда привезли. Куртку потрошить. Фрагменты ткани, изъятые с места обнаружения трупа Семена Корочкина, с вашей куртки. Там же были найдены следы моторного масла. Анализ показал, что оно идентично маслу с вашего автомобиля. Такие же следы были найдены около гаража, где, предположительно, был убит Семен Корочкин. В багажнике вашего автомобиля следы его крови. Мне продолжать? Не надо. Семен мучил мать. Даже после развода он не давал ей покоя. Вот я и решил с ним поговорить по-мужски. Вечером он всегда зависал в этом гараже. Да я даже обрадовался. Решил, что мать хоть теперь спокойно будет жить. А потом вспомнил про этого креативного бездельника. Вы имеете в виду Балаева? Ну да. Я думал, у него все, типа там разбег, все кончено. Мать его выгнала. С утра встретил соседа, он говорит, Артем у него денег занял. Решил, типа, любимый сюрприз сделать. Плакат с ее портретом. Знаете, мать так таяла от этих его красивых жестов. Но я и понял, что они снова сойдутся. А тут такой шанс подвернулся. Избавить мать сразу от обоих? Один убит, другого опасает за его убийство. Вот я и отвез Семена в парк и... посадил рядом с плакатом. А сердце плюшевое? Когда мать этого Артемку выгнала, я сам этот пылесборник в окно выкинул.
ночью на том же месте и подобрал. Мы все проверим. Вы задержаны. Алёш, привет. Угу. Давно хотела тебя спросить. Как ты относишься к мужчинам, которые красят ресницы? Ну, чтобы судить объективно, мне нужно больше данных о таком мужчине. Ну, ты его основательно изучила на прозекторском столе. Это Семён Корочкин. Серёжа установил, что ресничка на щёточке туши принадлежит ему. Девочки, извините. Только что в базу загрузили данные экспертизы ДНК по убийству Карины Летовой в торговом центре. Судя по этим данным, к ее убийству причастна наша девушка с плаката Мария Корочкина. Ирина Летова была убита в примерочной торгового центра «Лодос» за 3 дня до убийства Корочкина. Есть видео с камер торгового центра. Новость о маньяке в примерочных и 3 убитых женщинах, она распространилась мгновенно. В торговом центре началась паника, и убийца покинул его вместе с толпой. При осмотре на теле Летовой был обнаружен волос. Извлеченная из него ДНК совпала с ДНК Марии Корочкиной. Так, а эксперты видео изучили? Да, убийца тщательно прятал лицо на видео, так что утверждать, что на видео Мария Корочкина, мы со 100% уверенностью не можем. Но алиби у нее на данный момент нет. Она утверждает, что взяла больничный, находилась дома одна, так что езжайте к ней. Ну все, мне пора на конференцию. Доклад. Что за тема? Связь агрессии с нарушением мозговой деятельности. Хочешь доказать, что все агрессоры как один дураки? А нарушение мозговой деятельности – это не синоним глупости. Умные и глупые – это как черное и белое. Упрощенная картина мира, как на детских рисунках. Тут все тоньше. Что? Испачкалась, тушь размазалась? Нет-нет, все хорошо. Даже очень. Галя, я, кажется, понял. Смотри, вот здесь. У убийцы расстегнулось пальто, и он пытается найти пуговицу с правой стороны. На правую сторону застегивается мужская одежда. Именно. Убийца мужчина. У нас совпадение. Среди тех, кто покинул торговый центр после убийства Летовой, был Семён Корочкин. Мария Павловна, ваш бывший супруг был знаком с Летовой Ириной Евгеньевной? Я как-то не следила за ним и его жизнью. Понимаете, мне хотелось забыть все это, как страшный сон. А почему? Вы боялись его? Очень. Когда я наконец решилась уйти от него, я... Это вообще все было похоже, как настоящий побег. Я даже свои вещи забыла взять из его квартиры. А какие именно вещи остались в его квартире? Да много всего. Ну, там, мое пальто... Платье, парик. Вот почему Семён Корочкин красил глаза. Одежду бывшей жены ее парик Корочкин использовал для маскировки. Но тушь стала завершающим штрихом его образа. Когда он отправился убивать Ирину Летову. Ну, за что он ее убил? Какие отношения их связывали? Посмотрим. Слушай-ка, он был законопослушный парень, этот Корочкин. Налоги платил вовремя, правила дорожного движения не нарушал. А вот это что? Платеж от частного лица? 100 тысяч рублей. Платеж прошел за 3 дня до убийства Ирины Летовой. Не может быть. Деньги Корочкину заплатил бывший муж убитой, Летов Денис Юрьевич. Тренер детской шахматной школы. Он судился с бывшей за право видеть свою дочь. Суд проиграл. На сайте шахматной школы мы нашли запись его выступления. Голос на флешке, изъятый из квартиры Корочкина, принадлежит Денису Летову. Вероятно, Таирка Гадина, которую он грозился убить, его бывшая жена. А Корочкина он нанял в качестве исполнителя. Дождался исполнения заказа, а потом избавился от киллера. Вот и все. Собственно, я не знаю, что вам сказать. Семён
собрал у себя бывших одноклассников. Мы выпили, я ругал бывшую жену. Точнее, говорили, что хотите ее убить. Обычная пьяная болтовня. А что касается денег, Семен просил меня в долг на несколько дней. Я одолжил. Насколько мне известно, законодательством Российской Федерации это не запрещено. Что вы делали позавчера, с 3 часов дня до 6 вечера? В 3 я закончил занятие, пошел домой. До вечера подбирал интересные шахматные партии к занятию в старшей группе. Ну что, в квартире Летова я ничего не нашел интересного. Но рядом с домом у них на площадке один перец забавные деревянные фигурки вырезает. И повадился кто-то по ночам их дорабатывать. Ну, Кощею сигаретку приладили, Бабе-Яге губы и жвачки приклеили. Вот такие вот дела. Вот художник и установил камеру. Правда, к сожалению, запись без звука. Вот она. Программа распознавания речи оказалась в данном случае неэффективна. Курочкин и Летов стояли боком к камере. Программа расшифровала лишь пару фраз Курочкина. Так, сам пойду в полицию, ее отправят в детский дом. И так, чума имеет. Аудио с пьяной болтовней, видео без звука. Две вырванные из контекста фразы. Боюсь, что суд это все дело не учтет. В общем, дорогие коллеги, не зря Данилов наведывался в шахматную школу. В кабинете Летова недавно был ремонт. Штукатурка со стен идентична следам штукатурки, изъятым из гаража Курочкина. У вас что тут? А что у нас лишь пара фраз, да это непонятно. К чему они? Слушайте, а вот в этом автомобиле есть видеорегистратор? Ну, то есть он должен был снять разговор с другой точки. Ознакомьтесь, Денис Юрьевич. Что это? Заключение экспертов. Штукатурка с места убийства Семена Курочкина идентична штукатурке со стен вашего кабинета в шахматной школе. Я вас умоляю, в Москве ежедневно продают тонны такой штукатурки. Но штукатурка на каждой конкретной стене, она уникальна. Если она смешивается с предыдущим слоем, это уже неповторимая композиция. Вы же лучше меня знаете. В шахматной партии наступает такой момент, когда проигрыш неизбежен. И лучше всего продумать то, как минимизировать потери. Имеете в виду чистосердечное признание? Что ж, признаю, вы поставили мне мат. Я действительно убил Семена Курочкина. Но он сам меня к этому вынудил. Вот как? Неделю назад Семен собрал у себя одноклассников. Мы с Семеном выпили, разговорились. Я признался ему, что Кирка запрещает мне видеться с дочерью. Вот это ты прав. Бумагу в суд притащила, что меня прав лишили за вождение в пьяном виде. А я выпил-то всего раз только при разводе. Переживал сильно тогда. Во всем себя винил. Ну, дескать, зарплата маленькая, амбиций никаких. Все они такие. Моя Машка, а меня тоже врет. Дескать, плохой отец Женьке видеться не дает. А я суд выиграл. Я право имею. Да, потопталась на мне Ирка своими каблучками. Нет, правда, я бы убил эту гадину. Слушай, Дэн, а ты не можешь 100 000 одолжить? На 3 дня. На адвоката надо. А через 3 дня Ирку убили. Я забрал себе дочь. А бедная продала так, что в груди хрипела. Вечером побежал в аптеку за валерьянкой. А во дворе Семен сказал, что это он убил Иру.
и потребовал, чтобы я убил Машу. Почему вы не обратились в полицию? Да я собирался. А он спокойно так заявляет: иди. И включил запись. Оказывается, тогда на кухне он мои пьяные откровения записал. Семен стал угрожать, что скажет в полиции, что это я заплатил ему за убийство Иры. Стал пугать, что меня посадят, а дочь отдадут в детский дом. В общем, я согласился. Ну, убили самого Семена. Я стал следить за Машей, вскрыл ее электронную почту. Там документы для суда, справки о побоях. Я понял, почему она не дает ему видеться с сыном. Он избивал и ее, и ребенка. Мне стало ее жалко. И я понял, что не смогу. Я сделал. Шутишь? Нет. Выпьем за упокой их обеих. Давай не чокайся. Подожди, без закуски нехорошо как. Я тут принес кое-что. Фу. Ядовитое. О. Собираетесь уходить? Вот. Ты просила. Угу. Ай. Ну, это же совсем другое дело. Тут лицо Летова отлично видно. Я не просил тебя убивать Лину. Я пойду в полицию и все расскажу. Вы должны поблагодарить наших экспертов, Денис Юрьевич. Им удалось расшифровать запись вашего разговора с Курочкиным. Теперь мы знаем, что вы не заказывали убийство своей жены. Но вот за убийство Курочкина вам придется ответить. Тюрьмы? Я не боюсь. Страшно другое. Когда-нибудь мне придется рассказать дочери о том, что ее мама погибла из-за моей пьяной болтовни. Здравствуйте, наши дорогие телезрители. Подписывайтесь на наш канал Телероман. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И не забудьте нажать колокольчик. Thank you.
Батюшки, батюшки мои, ты чего тут? Кто тебе? Зачем? Я тебе помогу. Я спасу тебя. Как? Поцелуй меня, пожалуйста. Игорь, знаешь, кого чаще всего закапывают заживо? Трудоголиков. Есть в психологии такое явление, называется танатотерапия. Ага. Ну, ей явно с терапевтом не повезло. Угу. Слушай, здесь какой-то волос. Скорее всего, мужской. С волосами убитый не совпадает. Не срезан, не вырван. Выпал сам. Так. А вот и еще один. Да, очень похоже. Надо отправить на экспертизу. Я смотрю, вы решили здесь все конфеты съесть. Только не бейте, пожалуйста. Конфетки-то ничейные. Покойникам они не нужны. Да я за вас переживаю. Как же вы, Кузьма Антонович, на кладбище-то забрели? У Кузьмы Плетнева комната в коммуналке, рядом с кладбищем. Соседи судимы, поэтому в квартире постоянно дебоши да поножовщина. Он безработный, воспитанник детского дома. Родственников нет. В ногтевом ложе погибшей обнаружен массажный крем. Жертва делала маникюр менее чем за час до момента, как ее ударили по голове. Игорь, вам нужен маникюрный салон. А ты знаешь, что в норме у человека выпадает от 50 до 150 волос в день? Стресс усугубляет. А убийство – это всегда стресс. Позволю? Позволю. Волос в могильном грунте и волос в ране на голове убитой принадлежит одному человеку. Мужчина в возрасте андрогенного дефицита. Много курит, выпивает. Примерно неделю назад начал принимать поливитамины с повышенным содержанием микроэлементов. А, Виктория, простите, скажите, вы эту девушку не видели? Нет, не видела. Ладно, спасибо. Оль, посмотрите, вам знакома эта девушка? Татьяна, скажите, вам эта девушка знакома? Я у клиентов лица не запоминаю. Понятно. Профессиональная деформация. Хорошо. Вот вам ее руки. Вот, теперь узнала. Я не помню, я с нее деньги взяла или нет. В смысле? У нее был такой светлый, лучистый, ласковый взгляд. По-моему, она меня загипнотизировала. Хм.
давайте ручки. Какое у вас колечко красивое. А вы к нам в командировку или это что-то личное? А вас кто-нибудь любит? Вы счастливы? Сирота Кузьма Плетнев находит на кладбище заживо закопанную женщину с проломленной головой. Незнакомка обещает Кузьме, что спасет его, и умирает. Выясняет, что убитая незадолго до гибели сделала маникюр. Фесс находит маникюршу. Та утверждает, что эта женщина ее загипнотизировала. Светлана, о чем она говорила? Я говорила о детстве. Меня отец бил. Говорил, что я дура тупая, что я никому не нужна. Извините. А о себе она что-нибудь рассказывала? Нет. Но она меня так слушала. А она не говорила, как ее зовут? Она не говорила, да я и не спрашивала. Ясно. Ну, тогда что еще можете сказать о ее руках? Она ногти стригла, как медсестра. 1 миллиметр. Классика. И прямо перед маникюром колечко такое дорогое, красивое сняла и рядом положила. Да. Когда мы нашли ее тело, у нее не было кольца. Да и сумки не было. Ну, странно. Потому что тут она точно ничего не забыла. У убитой множество старых переломов костей черепа, конечностей. У нее ноги разной длины. Из-за неправильно сросшегося детского перелома, наверное. Да. В раннем детстве ее регулярно избивали и голодом морили. Но сейчас она хорошо ухожена, у нее дорогая одежда. Да, у нее дорогая уходовая косметика. И еще знаешь что, Галь? Она девственница. Одежда убитой, что называется, премиум сегмента. Дорогая, но не броская. Все вещи новые. Куплены максимум месяц назад. В карманах пусто, сумки нет, украшений на теле тоже не было. Думаешь, ограбление? Так банально. Тошнит, Кузьма Антонович. Угу. Конфеток с голоду нажрался. А хотите, сделаем вам промывание желудка? Не надо. Отправим на рентген. Вот зачем вы это сделали? Прости. Прости меня. Ты сама сказала, что поможешь. Вот ты помогай. Сначала я кольцо в кармане спрятал, потом в носок. Испугался, что вы обыскивать будете. А что вы с ним собирались сделать? Продать, конечно. Я же как бомж живу. С голоду помираю. Я закончила экспертизу волос и ногтей убитой. Ее личность так и не установили. Но зато я теперь знаю, что примерно год назад у нее изменилась жизнь. Она стала за собой ухаживать, стала хорошо питаться. Но если взять за рабочую версию, что она медсестра, то, как вариант, она могла перейти из государственной больницы в частную. А что было после того, как эта женщина ушла? Спасибо. Все как обычно. А вот коллеги утверждают, что вы почти сразу куда-то убежали и до обеда в салон сегодня не возвращались. Мы выяснили, куда убежала маникюрша. Она побежала снимать деньги в банкомат. Почему она прячет лицо? Наверное, потому что снимает деньги с карточки жертвы. Обчистила ее подчистую. Да я клянусь вам, я ее не убивала. Я ее только карточку украла, когда она в туалет ушла. Как узнали пин-код? Он рядом был в конвертике, в этом карт-холдере. Это кошелечек такой маленький. Все. Холдов пишет, что ее сожитель Геннадий Деревянко. И она за все его кредиты платила со своей карты. Маникюрша наводчица, сожитель убийцы, тоска. Светлана, скажите, а Геннадий ведь сам не живет? Итак, личность убитой установлена по банковской карте. Наталья Рудакова всю жизнь работала медсестрой в государственной больнице. Год назад на нее было совершено нападение, когда она возвращалась с дежурства. Неизвестный. В общем, он отобрал у нее сумку,
избил ее и попытался изнасиловать. Нападавшего нашли? Нет, но после этого Рудакова уволилась и стала работать частной сиделкой. Все верно. Год назад у нее улучшилось качество жизни. Где она работала? Заключила договор с частным агентством по найму персонала. Через час у нас будут данные по ее пациентам, ну и по мобильному телефону. Светлана, а где же ваш Геннадий? Я не знаю. Все, вот здесь, похоже, пальцевый след. Ну-ка дай. Ну да. Мужской и женский. И замытые следы крови. Светлана, что здесь произошло? Ничего. Светлана, вы в курсе, что вашего сожителя увезли по скорой? С ножевым ранением. Валя, ты была права. Холодов выяснил, что в детстве ее избивали и морили голодом. Родители? Да. Алкоголики. Их лишили родительских прав, когда ей было 7 лет. А потом ее удочерила одинокая женщина-врач. 3 года назад она умерла от хронического заболевания. Вот почему она пошла в медицину. Надо же. И такая страшная смерть. Одно не сходится. Если ее убил грабитель, почему с нее кольцо не сняли? Кстати, а где оно? В пути. Свидетель работает над этим. Ну, я могу как-то ускорить процесс. Без вскрытия, конечно. Вот же как интересно устроена жизнь. Бывало, украдешь деньги с чужой карты, а через час твой сожитель лежит голый возле дома. А в спине у него вот точенная рана от ножа. Я не хотела. Геночка! У меня для тебя подарок. Так и где эта блондинка? Сбежала. Генка тоже сбежал. Я за ним следом пошла, в реанимацию поехала. Добить? Думала, придет в себя, помиримся, я его уговорю заявление не писать. Значит так, гражданка Нелидова, вы задержаны по подозрению в краже и покушении на убийство. Собирайтесь. Орудия убийства напоминают водопроводную трубу диаметром 20,4 миллиметра. Весь месяц Наталья Рудакова писала смс некий Виталий. И кто он? А неизвестно. Его номер это не обычный мобильный телефон, а какая-то мутная IP-телефония. Ну, в общем, номер виртуальный. Я бы сделала лингвистическую экспертизу смс. А я уже сделал. Его маска – это богатый молодой мужчина, который был обезображен во время пожара. Угу. А Наталья, судя по СМС, девушка-спасатель, склонная к служению и самопожертвованию. Да, и в таком случае инвалид – это идеальная легенда. А еще после сильных ожогов он не может говорить. Вот, Виталик пишет, что деньги для пластической операции, для операции на связках у него есть, но он в депрессии и не видит смысла этим заниматься. Угу. А последний СМС когда отправлен? Сегодня утром. Любимый, выходи, я рядом. Привет, я зачарованный принц. Расколдуй мне своей любовью и получишь приз. Трубой по голове. Хорошая новость. С вас сняты обвинения в покушении на убийство Натальи Рудаковой. На камерах больницы видно, что всю первую половину дня вы действительно провели в коридоре реанимации, пока вас оттуда не выгнали. Спасибо. Но вы обокрали эту женщину. А еще вы напали на своего сожителя. Гена не будет писать заявление. Это было первое, что он сделал, как только пришел в себя. Дайте мне с ним поговорить. К сожалению, это невозможно. Пожалуйста, я вас умоляю. Хотите, я на колени перед вами встану? Я же люблю его. Я же ради него... Да. Вы ради него. Выплачивали за него кредиты, вытаскивали его из полиции, прописали у себя, в конце концов. А этот человек только врал и изменял вам. Я люблю его. За что? Кому я еще нужна? У ждуль, которые заводят роман с заключенными, примерно такой же психологический профиль. Низкая самооценка.
Девушка считает, что недостойна жить с нормальным человеком, поэтому подсознательно выбирает себе маргинала. Ну, маникюрша хотя бы живой человек врал. А Наталья вообще не пойми кто. В смысле? Ну, влюбилась в воображаемого раненого рыцаря, заколдованного принца. И это в 29 лет. А меня это не удивляет. Девушка явно боялась мужчин. Точнее, насилия. Она его слишком много видела в детстве. Граждане понятые, мы проводим осмотр в квартире Натальи Рудаковой. Да смотреть тут особо нечего. Все чисто, аскетично. Да, и фармакологично. Слушай, смотри, сильнодействующие рецептурные препараты. Да, чистота идеальная, не пылинки. А внутри только фотоальбом. Это Наталья. Похоже, вместе со своими пациентами. Слушай, не так я себе представлял личную жизнь медсестры. Я думаю, пора навестить ее подопечных. Начнем с конца. Наконец-то свидетель расстался с кольцом. Да, я не знаю, чем Антонова его накормила. Ну, вот оно. Кстати, это кольцо Наталье подарил ее таинственно обгоревший друг. Зачем? Чтобы она убедилась в серьезности его намерений? Люди живут безумной жизнью, ругаются в интернете с тем, кого не знают, влюбляются на разрыв аорты в того, кого ни разу не видели. А ведь есть еще гаджеты для анонимного дистанционного секса. Такие занятные. Я установила по клейму завод изготовителя. Эти кольца перестали выпускать 5 лет назад. Так это винтажное. В смысле, БУ. Ну вот конкретно это, судя по отсутствию царапин новое, оно где-то лежало все это время. Жаль. А я-то уже раскочегарил поисковый алгоритм, чтобы проверять по транзакции покупателей. Боюсь, так просто мы Виталика не найдем. Пожалуйста, говорите шепотом. Жена только что уснула. Я не понимаю, в чем дело. При чем здесь Наталья? Ее убили. О, Господи. Да вы что? Как? Ее нашли в Колпаковске. Она говорила, что она собирается? Нет, она просто взяла отгул. Потому что у нее месяц не было отдыха. Ухаживала за мамой. Понимаете, моя жена лежачая. Она сломала ноги, повредила позвоночник, когда каталась на горных лыжах. А какие отношения у вас были с сиделкой? Мы молились на нее. Наташа, что опять приступ? Идите спать, Глеб Иванович. И вы, Зоя. Я побуду с ней. Вы прошлую ночь не спали? Ничего, это моя работа. Голова кружится. Я падаю. Падаю. Марина. Ничего не бойтесь. Я вам помогу. Я вас спасу. Скажите, а у Натальи был друг по имени Виталик? Знаете, она меня в личные дела свои не посвящала. А какого рода приступы были у вашей жены? Давление скакало. Ее рвало, тошнило. Глеб Иванович, а какие лекарства давала сиделка вашей жене? Вот. Тут все. Ну, здесь, в принципе, нет ничего, чтобы провоцировало такие симптомы. А осложнения когда начались? Ну, где-то месяц назад. И Наталья тоже появилась здесь месяц назад. Зоя, ты здесь? Вы разбудили мою жену. Сирота Кузьма Плетнев находит на кладбище медсестру-сиделку Наталью Рудакову. Она работала в частном агентстве и ухаживала за больными, пока ей не проломили голову и не закопали заживо. ФС выясняет, что незадолго до смерти Наталья связывалась с неким человеком, который называл себя Виталик. Установить личность Виталика не удается. Оперативники отправляются к последним клиентам Натальи, семье Мухиных. Я проверил всех пациентов Натальи. Все они начинали угасать, когда ее нанимали. Понимаете? Хотя состояние некоторых предполагало выздоровление. И она их героически спасала. Но некоторые все же умерли. Спасибо. Очень вовремя. Марина, здравствуйте. Меня зовут Степан Андреевич. У меня к вам деликатная просьба. Нам нужно взять на анализ у вас кровь, слюну, волосы, ну, в общем, все общие анализы. Зачем? Мы из федеральной... А из медицинской лаборатории, мам. А где Наташа?
Зоя, позвони ей. А у нее выходной? Как долго? Галя, у Натальи Рудаковой удалена селезенка. И есть признаки травматического повреждения поджелудочной железы. Мы ведь уже выяснили, что у нее были родители, алкоголики и садисты. Нет, Галь. Эти повреждения были нанесены Наталье уже после удочерения. Приемная мать была одинокой женщиной, не замужем. И медиком. А кто лучше всех умеет бить? Врачи и полицейские. Следов нет, а последствия на всю жизнь. Есть даже такой синдром избитого ребенка. В моче Мухиной целый букет лекарств. Кроветворение угнетено. Кишечная микрофлора просто убита. Это вы про последнюю пациентку? Да, у нее анализы человека, которого весь месяц пичкали антибактериальными, устаревшими, токсичными препаратами. Понятно. Но надо проверить других пациентов. Ну что вы делаете? Я же вам глюкозу и так поставила. Ну, елки-палки. Да только ложечку одну. Что здесь происходит? На одну секунду оставила одного. Угу. Похоже, вы у нас здесь задержались. А ну-ка отдайте сейчас же! Арестуйте меня за нападение. Что, домой не хотите? Домой ехать темно. Я темноты боюсь. А вы вообще боитесь? Или сегодня особенно? С позавчерашнего дня. Ну что ж, тогда вам лучше будет провести ночь в камере. А с темнотой мы разберемся. А можно мне тогда чая сладкого, а? Как же быстро родственники избавляются от вещей умерших. Все, что осталось, это матрас от пациента номер 4. Еще есть кровь и волосы двух живых. Сейчас посмотрим, что у них общего. В моче пациента номер 4 тоже повышенное содержание лекарственных кристаллов. Судя по цвету реактива, это сульфаниламиды. А были ли основания их назначать? Не знаю, сейчас посмотрим. Нет. У пациента начальная форма болезни Альцгеймера. Физически крепкий. Причем здесь длительная антибактериальная терапия. Ну смотри. У второго и пятого пациента нарушен синтез гемоглобина. А до сиделки с анализами крови все было в порядке, я проверяла. А какие у них были диагнозы? Так, трещина голени, ожог бедра. Ну, в общем, они были в здравом уме. А сейчас они в вегетативном состоянии, в реанимации под аппаратурой. Да, интересная сиделка. Я бы такую тоже трубой по голове. Теоретически. И вас не смутило, что состояние вашей жены ухудшилось? Ну, я не знаю, я же не медик. А что говорила Наталья? Что говорила Наталья? Наталья говорила, что одна болезнь провоцирует другую. Что если у человека лежачий образ жизни, то у него могут возникнуть тромбы и еще какой-то ужас. И, к примеру, если у меня ОРВИ, то я могу ее заразить, и она получит воспаление легких. И, честно говоря, даже боялся к Марине подходить в последнее время. Вы нанимали сиделку? Да. Где вы узнали об агентстве? Да я не помню, то ли рекламу вы принесли, то ли кто-то сказал. А почему вы до сих пор не допросили хозяина агентства? Потому что он владеет офшорной фирмой.
Странно. Странно еще то, что эта фирма была создана тогда, когда наш сиделка уволилась из больницы. Ну, точнее, через 2 дня после того, как на нее напал неизвестный. И есть еще кое-что. Глеб Иванович, год назад ваша фирма подарила больнице, в которой работала Наталья Рудакова, новый аппарат УЗИ-диагностики. Да, это Миша, мой зам, просил, потому что он попал в аварию. Он, жена, ребенок, жена скончалась на месте не царапине, а ребенок с переломом попал в больницу и через 2 недели умер. Вам знакомо это кольцо? Нет. Оно было на вашей сиделке в день убийства. Она же никогда не носила украшений. Вроде бы. Это заместитель Глеба Мухина? Да, Михаил Журкевич и его семья. Это их последнее селфи перед аварией. Через час они разбились. Увеличив фото жены. А где он сейчас? Живет затворником за городом. Бизнесом рулит по удаленке. Слушай, в день гибели у жены Михаила были серьги из той же коллекции, что и кольцо сиделки. Угу. Угадайте, кто выхаживал сына Михаила Журкевича? Наталья Рудакова. Точно. Парень уже шел на поправку, но тут к нему приставили нашу сиделку. И он умер. Меня что, подозревают в чем-то? Просто хотим исключить ошибку, спасибо. Расскажите, где вы были вчера? Всю неделю просидел дома. Кто-то может это подтвердить? Соседский кот. Он иногда навещает меня. Но если серьезно, то никто. Когда вы общались с Натальей Рудаковой в последний раз? Где-то год назад. Гуля-гуля-гуля-гуля-гуля-гуля-гуля! У меня сын только что умер! А вы здесь птичек кормите, да? Ваш мальчик не страдал. Он ушел тихо, мирно. Все хорошо. Это нехорошо. Я жену потерял, сына. Я один остался, вы понимаете? Один! Бедный, как же вам больно. Я ничем, ничем не могу вам помочь. Гуля-г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 уля. Это вы организовали нападение на Натаю год назад? Нет, не я. А что надо было? Я все поняла. В больницах среди родственников, пациентов или персонала есть определенные отклонения. Они описаны в медицинской литературе. Есть так называемый синдром госпитальной блохи. Блохи? Да. Это вечный пациент, который вызывает внимание, симулируя разные болезни. Есть делегированный синдром Мюнхгаузена. Он, как правило, относится к родителю, который приписывает своему ребенку чудовищные болезни. Если он не может их симулировать, то намеренно вызывает. Слушай, я знаю про больничных ангелов. Да, это медработники, которые якобы из милосердия убивают безнадежных больных. Но есть сиделки, которые намеренно вызывают ухудшение состояния больных, а потом якобы их спасают. Ну а мотив? Быть героем, получать внимание? Именно. Причем в этом случае доказать злой умысел невозможно. То есть Журкевич мог убить Рудакову из чувства мести? Волосы Журкевича идентичны тем, которые обнаружили на теле жертвы и в ее могиле. Поняла. Михаил, а почему вы кашляете? Это побочный эффект таблеток от давления. Давно вы их принимаете? Только начал. Недавно бросил курить после криза. И стали принимать поливитаминный комплекс? Нет, это я уже закончил, но пил 1,5 месяца. Полтора? Полтора. Минуточку. Судя по волосу из могилы, Михаил начал пить витамины 2 недели назад. Человеческие волосы отрастают примерно на 5 миллиметров в месяц. Ну, у кого как? Но у нас тут заметная разница в 3,5 миллиметра. Волосы на месте убийства – это волосы месячной давности. Кто-то подставил Журкевича. Вам знакомо это кольцо? Такое же я дарил жене. Когда? За 2 дня до аварии. Кольцо и серьги. Она была в серьгах. Кольцо оставила дома. Где вы его хранили? В шкатулке. Я его не трогал. Скажите, а к вам кто-нибудь приходил примерно месяц назад? Нет.
Тогда пил сильно. Помню, как-то проснулся, лежу, окно настежь. Вещи как будто не на местах. Я подумал, что кот Барсик соседский ко мне повадился. Слушай, соседский кот и правда его часто навещает. Но подставил Михаила явно не Барсик. Что-то нашел в его ноутбуке? Угу. Посмотрел документы на почте. Контора Глеба Ивановича немножечко бухлевала с налогами, уводила в офшоры примерно 30% дохода. И еще кадровым агентством, где работала Наталья, также владела офшорной компанией. Думаешь, Мухин организовал агентство ради сиделки, которая убивала больных, а потом нанял ее для своей жены? А что? Сиделка вполне себе киллер в эпоху гибридного криминала и тотальной информационной слежки. Ну, смотри, милейшая женщина. Любая нейросеть подтвердит. А зачем Глебу Ивановичу подставлять своего зама под убийство? Так а после смерти сына Журкевич стал для него балластом. Плохо работал, часто пил, но и слишком много знал. А, последний решает. На первый взгляд в телефоне Глеба Мухина нет ничего интересного. Но одно из его приложений загружено из внешнего источника. И что это? С виду это ЗОЖный шагомер, а внутри шпионская программа. И все данные стекались в телефон жены Глеба Ивановича. Она же чуть ли не при смерти. Да. И, конечно, в этом состоянии мало интересовалась новеньким навороченным телефоном, который подарила ей дочь. А, Зоя, вы же с 12 лет программированием занимаетесь. Почему вы начали следить за отцом? Я решила, у него любовница. А в дом Михаила Журкевича вы зачем проникали? Я не проникала. Вот это шерсть соседского кота. И поверьте мне, она там повсюду. Вы украли кольцо, которое он подарил жене, подобрали его волосы, подставить хотели? Я искала доказательства. Зоя, а тебе папа не звонил? Маму на переговорах. Мариночка, вам надо спать и не волноваться. Наташа, вы такая добрая. Драгоценный вы человек. Да поедем мы с тобой в Таиланд. Дай жену сначала похоронить. Ты так уверен, что она умрет? У меня сиделка драгоценный. Исполнитель за тебя. Не надо! Что это за укол? Зоенька, вы чего? Я каждый вечер его делаю. Доченька, ты чего волнуешься, дорогая? Все хорошо. Ты же Наташа, она все знает. Это он маму передразнил. Она называла Наталью драгоценным человеком, а он исполнителем. Как будто сиделка киллер какой-то. Но доказательств у вас не было, и вы создали Виталика. Я хотела втереться в доверие. Завертелся Роман. Она хотела его спасти. Точно так же, как спасала мою маму и остальных. Виталик, ты меня слышишь? Так странно, я в первый раз говорю с тобой голосом. Хорошо, что есть программа-помощник. Виталик, пожалуйста, скажи что-нибудь сам. Я могу только сипеть и хрипеть. Пожалуйста, я очень хочу тебя услышать. Бедный, как же ты страдаешь. Я так хочу тебе помочь. Я ничего не могла сделать, понимаете? Ничего. Мать как ребенок. Отец скажет, что я псих. Он бы мне не поверил. Он бы запрятал меня в психушку. Но почему убийство? Потому что без нее он бы не посмел. Он бы не смог. Он трус. А почему в другом городе? Чтобы спрятать тело. Ну, типа, я ни при чем. Я взяла у знакомого машину. Сиделка ждала Виталика в условленном месте. Вы огрели ее металлической трубой, отвезли на кладбище? Да. Могилу вырыла сама. Ночью. Я ведь подумала, что убила ее. Не проверила толком. Руки сильно тряслись. Это так страшно убить человека. Даже такого, как она.
Что происходит? Мама! Мама, ты встала? Ой, ты ходишь? У тебя все хорошо. У тебя все хорошо, скажи. Главное, что у тебя все хорошо. У моей дочери проблем с головой и фантазия богатая. Ну и что же она вам еще наплела? Вам знаком этот человек? А по нашим сведениям, вы встречались с ним 4 раза. Это исполнитель, который напал и избил Наталью Рудакову. Он уже дал показания. Это подстава. Глеб Иванович, у вас есть последняя возможность дать признательные показания. Поверьте, доказательств хватит. Год назад, когда у моего зама Миши умер сын, мы поехали с ним в больницу, и я слышал разговор персонала об одной сиделке и понял, что это как раз тот человек, который мне нужен. Зачем вы организовали нападение? Люди более сговорчивы после трагических событий. Как раз тогда я его переманил в агентство. А сами вы вдруг увлеклись горными лыжами и жену увозили с собой. Я жену с горы не сталкивал. Нет. Просто вы уговорили ее подняться на сложную трассу. Раз, другой. В результате все закончилось травмой. Лично я никого не убивал. Просто вы использовали подходящие возможности и складывали их. Как пазл. Скажите, Зоя посадит? А вы как думаете? Мне одной жалко Наталью. Взрослую, наверное, мне нет. Не жаль. А вот маленькую, 7-летнюю Наташу, избитую, голодную, которую предали родители, которая попала к жестокой приемной матери, вот ее мне жаль. Синдром избитого ребенка. Да, а ведь она могла бы стать по-настоящему драгоценным специалистом. Ну, Кузьма Антонович, мы вас отпускаем, а вы грустите. Опять что-то не то съели. Домой. Идти боюсь. Понятно. Кстати, ваших соседей уже задержали. Как это? Ну, помните, вы боялись темноты, боялись правду сказать. Помните? Вот мы и направили наряд в вашу коммуналку, обнаружили ваших соседей. Боеприпасы, наркотики, там много чего. Это значит, я могу дома ночевать? И... их там не будет? Ну, конечно. Спасибо. Спасибо вам большое. Держите. Спасибо. Я могу дома ночевать. И их там не будет. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.